Понял. Вот эти, да, забрать? Вот эти тоже. Join us for an exclusive inside look at elite powerlifter Anatoly, aka The Cleaner, as he takes us through his intense training regimen at Anatoly Gym. Watch as Anatoly pulls off a hilarious gym prank on his unsuspecting workout buddies, showcasing his playful side amidst the intense world of powerlifting. Get ready to be inspired and entertained by this behind-the-scenes glimpse into Anatoly's world. Так, здесь, конечно, пыли столько осталось. О! Ой! Ой, ёлки-палки! Все нормально, вы? Меня же теперь уволят, наверное, за это, конечно. Как оно так вышло? Аккуратно. Вас точно не зацепило, все хорошо? Я... Вам вот эти оставить или? Нет. А, нет, не надо. Вот эти, да, забрать? Вот эти тоже. Ага, хорошо. Я вижу тоже, типа, опытный спортсмен. Может... Cheating, but if you sit here without any chicken, it's very good for hypertrophy. I'm sorry. Yeah. Подскажите, правильно ли я делаю или неправильно? На начало какого-то фильма, вот знаете, ну там. Yes. Maybe. Yes, I know. I don't look like trainer, but I have this for training. You know, like this exercise. You doing this before? Ага. Так. Чуть-чуть тут протрусь. Вот здесь. Ага. Я так не буду мешать. Тут просто немножечко запачкали. Ага. For? You're using your right hand. You're using it, right? It's very good. Maybe can I show you the effect? You know, like this. It's very good, you know. Like for back exercise and for glutes. Помогу вам. Ага. Это на ноги, да, наверное, или как оно? Ну, на растяжку. Угу. Понял. И задней поверхности бедра. Ага. А вы не будете? Вы сейчас отдыхаете? Just like this. It's the best. Okay. Because it's my. Maybe yes, yes. Yeah. The reception. Okay. We can take my phone and call me anytime. Special method. Special. Да, я чуть-чуть сниму ее, тут протру. Сейчас сни, я на пол ее. Сейчас я там просто протру, чтобы не ноги пигмент. Wow. And this is my. Thank you. Thank you. You can try. Yes. You need little bit this back. Yes. Yes. See you. Баться, так сказать. Я тоже же раньше занимался и штангами. Вы уже сразу поняли, что я человек, который умеет, так сказать. Bench, yeah. Bench, fine. Can I do one set? Гантельки, да, жмешь? Вижу. Да. Мне вот эти нравятся, люблю их протирать постоянно, которые вот по 42 вот эти. Они прям самые массивные, вижу, здесь. Я их постоянно натираю, так сказать, до блеска. Is you, it's possible, I'm sorry. Yeah, yeah. Sorry. Сюда мечтал не только натирать, а так сказать, еще сразиться с ними в битве, так сказать, честно. Ага. Очень большой. Так. Ага. Так. Может, сегодня их попробую сделать, как думаешь? It's for girls. Maybe do same. Same.
like cue for warm up. Да. Столько раз я к ним прикасался, сколько раз думал, мечтал. Да-да-да. Аккуратно. О, давит меня. Плечи. Дышать не могу, давай, выжимаем их. Вот так. А ну попробуй. Maybe I will play. Yes, you can. I'm sorry, thank you. Ой, хорошо, пошло. Так же, да? Или не так? О, получается, ты меня научил только что. Слушай, сколько мечтал, вот сколько хотел, реально. Вот когда мечта осуществляется. Я когда первый раз на уборщиком... Sorry. Shh, no need drop. I'm sorry. Your technique little bit not correctly. I'm sorry. It's my trainees. Да-да. Ого. Тогда я возьму побольше. А можно тоже попробовать? You know these guys? Only what? Put a shot or so? No. Oh, okay, with the... It's Mr. Olympia, no? Yeah, yeah, yeah. Вот это так. Да. It's a very good power. Like this? Yeah. $20 only. Only? О, щит. Брат, let's go. Все, пацаны, я извиняюсь, я полетел, у меня уборка просто еще. Не могу долго.